Вообще берега Каквы просто завалены упавшими деревьями. Хорошо, что они лежат вдоль реки, а не поперек. И смывает эта небольшая речушка не только деревья. Это мы доплыли до единственной на реке деревни Каквинские печи. И она уже почти не жилая. Естественно, я хотел по ней прогуляться. Но по пути, переходя канаву, случайно провалился одной ногой в грязь. Так и пошел в мокром кроссовке. Деревня эта когда-то славилась своим вкусным ароматным хлебом. А теперь всего 2-3 домика жилые. Место, где стоит деревня, очень просторное. До леса километр целый. Заметно, что в некоторые дома иногда наведываются люди. Наверное, прежние хозяева. Тут подошел, хозяев позвал, но никто не ответил, хотя все было открыто. Вдалеке, за лесом, отсюда видна гора Канжаковский камень. Обратно шел по другой улице с правильным названием. Там и встретил людей, которые еще тут живут. Всего 3 человека осталось. Спокойно. Ну что, как рыбалка? Вечером ништяк. Вечером ништяк? Днем жарище, я в лоб не упал, побежал. Не ветерка ничего. А эти, наверное, долго-то? Комаров, наверное. Комары. Нехило. Нет? А водов нет. Узнал я, что раньше Каквинские печи процветали. Работал леспромхоз, но в 90-е годы власти все развалили. А потом и вовсе всех жителей отсюда в другие места выдавили. Школы-садики с магазинами закрыли, автобус отменили, электричество обрезали. Не хотели жители, но пришлось уехать. Не успели отплыть от Каквинских печей и километр, как начался дождь. Переждали первую серию, проплыли еще немного, но небо все хмурилось, иногда гром гремел. Так что мы на всякий случай поставили палатку. Вещи под лодку, пообедали, да и забрались подремать, когда дождь закапал. Тем более тут на реке был подозрительный завал –